Миллиард долларов на ветер. В США расследуют инцидент с дирижаблем-разведчиком, который самовольно покинул часть противоракетной обороны Вашингтона. По какой-то причине суперсекретный аппарат с дорогостоящим оборудованием оторвался от причальной мачты и отправился в свободный полет. Военные подняли на перехват истребителей F-16, но сбивать беглеца не стали. Через 300 километров он сдался и сдулся сам, рухнув в лесу. Обошлось без жертв, но по пути его оборванные тросы повредили высоковольтные провода, и тысячи людей в округе еще долго сидели без света. В числе возможных причин ЧП – банальная нехватка персонала. Известно, что за день до инцидента военные сообщали, что ищут кого-то на должность смотрителя дирижабля.